А зачем рою порталы нами открытые какие-то? Ну, окошки, порталы. Напрямую получали энергию. Напрямую получали вот туда, от людей должно было идти, не именно от нас, от всех людей, вот от человека и прям туда. Они же думали, они бессмертный рой, и постоянно будет подключка. То есть они опускали энергетику и вставляли эти чипы в мозг, чтобы Человек постоянно. генерировал, да, и туда им А туда куш. им где приемное устройство? Пусть покажет. Как они могли направить вот это вот открытие портала, ну, в общем, направить выброс силы именно в рой? Как они это направляли? Там, да, там была какая-то такая, как, я не знаю, как это называть, колба большая, огромная, такая, я ее видела уже у вас в рое, когда-то, когда смотрела рой. Такая огромная, и там просто как или жидкость, или газообразное, что-то вот постоянно вот так бурлило. Почему-то желтого цвета. Пусть покажет, где она сейчас. Синий. Он не владеет информацией, чтобы она была разбита или уничтожена. Покажи ему и пусть следит. Пусть идет в тогда мои импланты и показывает и смотрит, куда шла моя сила из той пещеры. Там как приемник, знаешь, как FM-волны. Сверху как корабль какой-то огромный. Я бы даже не назвала это кораблем, я бы назвала это каким-то обломком чего-то, какой-то огромной скалы, и на нем сверху станция. Планетоид, астероид, неважно. Да, вот что-то такое, Внутри да, там. правильно. Это уже из-за нехватки материала после бунта. Они начали вгрызаться в скалы. В планетоиды. А там что, пусть смотрят. И ты, и синий. Что-то похоже на какой-то, знаешь, как мед качает, медогонка, такая машина внутри что-то крутится. Но это не механическая, немножко механики там, но там каким-то образом, вот как, знаешь, как вот такие платки стояли, большие такие платы. Они что-то отсвечивали, и оттуда такое впечатление, что вот реально что-то стекает, вот как мед, патока какая-то, что-то такое густое из этих платок просто. Я не понимаю, и синий мне не дает объяснения, каким образом вот эту энергию боли, которую они принимали в том приемнике, как через эти панели они ее пропускали и нее густой такой делали. Вот реально как мед. Туда просто стекала, недаром не пришла медогонка. Знаешь, такие старые все у меня где-то было когда-то. Зачем? Дальше что они делали? Это был мед, это был нектар, это была еда. Пусть добавляет туда антивирус. Антивирус, добровольность отдачи. Вот моя энергия туда тоже поступила. Информацию обо мне во все запасы меда. И вот добровольность отдачи. Да. Во все запасы. И антивирус, и добровольность моей отдачи. Что происходит дальше? Ну, эта колба взрывается просто. Сама по себе изнутри выбухнула и колба, и вот эта вот машинка, она как ничего там нет. Протекло дно, что ли, как дыры такие большие, знаешь, если кислотой Очень на много что-то. силы накачано, поэтому да, реально взрывается. Еще есть такие запасы? На тот момент пусть синий ищет. Синий говорит, что нет, проект только начинался.
хорошо. Ну, не только там была уже армия зомби, но это не очень много от одного человека, там капли какие-то, знаешь. Да, но первый мир мертвых, похоже. Нет, второй. Да, остальные миры мертвых вроде нашли, уничтожили. Хорошо. Это искусственное образование. Дальше реакция королевы Роя, пусть смотрит синий. Сколько было королев, какой Рой был на тот момент? Пусть рассказывает. Я его не очень понимаю, что он рассказывает. А, все, я поняла. Он трансляцию мне включил. Для особо одаренных. Ну, Илья, я там вижу красно-черного в огне. В каком он состоянии? Я бы сказала, болезненным. Он физически на корабле? Я его вижу физически на корабле. В каком теле? Такое впечатление, что он такой же кираски, как у тебя было. Зеленый? Только нет, черно-красный. Это да. Чуть-чуть другая энергетика. По форме такая же. Они просто на него переподшили весь рой и все там подобного много. Медузки, пусть посмотрит, сколько там медуз в рое. Они там как свободно плавают. Как вот, знаешь, там, допустим, если взять какое-то вот помещение, какой-то зал там или какой-то вот отсек, допустим, да, ее там вижу, его там вижу, а они просто в воздухе как зависают. Даже не плавают, а просто зависают в воздухе, их там много. Но они, я не уверена, что они не квантовые. Возможно, не квантовые, потому что слишком свободно в воздухе, или, может, они так могли Это типа перемещаться. проекции могли. Да. Весь корабль был и другое создание. Медузкин, по сути, заполнен. Сколько материнских кораблей на тот момент было активных? Почему-то вижу один. Два, что ли, Илья? Пусть синий скажет тебе. Два. Ну вот те, которые пришли в нашу вселенную. Третий пал в бою, и я его уничтожил и бросил на планетку заброшенную. Помнишь? Да, помню. Пусть синий закладывает антивирусы в тот момент в компьютере Роя. Я, возможно, что-то неправильно поняла, но когда ты сказал, чтобы я смотрела, в каком теле она была, это же полуженщина, полумуха. Она уже хотела становиться человеком. Но, во всяком случае, какие-то черты уже не насекомого, это точно. Уже тело такое измененное.
Еще присутствуют крылышки и много-много конечностей. Но тело же. Пусть синий посмотрит, зачем ей мутировать, переходить в тело человека. Более приспособленные, более совершенные, более удобные. Хорошо, что стало конечной целью мутации, пусть смотрит. Еще некоторые трансформации происходили, но тело человека, она так и не перешла именно на сознание, да, перекачивать могла, но именно она еще такой же и осталась. Последнее тело в сознании ее где было? Вне нашей вселенной, да? Этой. Вне нашей вселенной, в этой вселенной. Конечная цепочка. Ну, если брать вне Земли, в космосе, скажем так, в пространстве, я ее вижу, да так же, как и видела первый раз, когда увидела, ну, не первый раз, а когда мы с тобой первый раз смотрели. Пусть он рассказывает всю историю. Ты просто транслируй. Хорошо, какую историю он должен рассказать? С момента бунта, что происходило, какие проекты? Надо восстановить хронологию. Сколько ее сознаний было, сколько стало? И что сейчас, на каком уровне все сейчас? После проекта бунта, когда ты был исключен из роя, тогда был другой проект, после тот, который пришел после тебя. Четыре трансформации у нее происходило, четыре смены тела каким-то образом она происходила. Сюда она пришла в пятом образе, и пятый образ уже стал для нее конечным. Тут у нее получилось трансформировать сознание в человеческую плоть, в человеческую особь. Фух. Красно-черный тогда был с ней. Дальше что с ней происходило? С ней или с ним, прости, не С ним, услышал. с ним. А, синий с ним, что происходило? Как идея, как образ, как символ, как часть сознания заложен был продолжение проекта. Он на физике, его сознание как, где было, носителем, что было. Сначала кираска, тело жука, потом он где был. Его, скажем так, божественное никто не отсекал, говорит Синий, и он мог путешествовать и в одном пространстве, и в другом. То есть он мог приобретать разные виды. У него эта способность никоим образом не подавлялась, и он пользовался ею вполне. Где он был? В Торе был. На теле, на физике, в каких телах он был в тот момент? Полностью своим сознанием он не помещался в человеческое тело. У него были намного больше мощности, он не мог полностью поместиться в человеческое тело. Некоторые, как крупицы, части сознания мог помещать, но это было лишь вот кап-кап-кап, вот так. У него не происходило отсечение его главной высшей части. У меня произошло достаточно этого. Что с ним дальше произошло?
Его физическая часть претерпела изменения и последствия заболевания, как ты знаешь. И на уровне физического тела он просто исчез. А на уровне духа, идеи, где он? Ты же знаешь, что ты его стер. Ну, мало ли. Где-то он остался, информация о нем, вирус, код. Постоянно подпитывается некоторыми служителями, служащими, как идея о нем возрождения, но это без его кода. Это всего лишь идет, как эгрегор накачивается. И в какой-то момент, как знаешь, вот частица бац, бац, там как искорка загорается. Но это не то, чтобы его оживить. Это на уровне информационном всего лишь говорит. На уровне информационном антивирус пусть запускает. Частички меня пусть поглощают. Я сам впитаю, ладно. Так, пятое воплощение, пятый вариант в человеческом теле королевишны. Пусть рассказывают, что это было за тело. Девочка маленькая, говорит. Когда она родилась и где? Ты королева? Пусть он рассказывает. Да, он же мне показал, и поэтому и переспрашивает, да. Как ее имя? Реальная для людей. Виктория. Для Сколько людей. она прожила? Почти 200 лет. Когда момент смерти? 196, что ли, говорит. Не вижу циферки толком. Сейчас она живет или нет? Искусственно поддерживается. Тело то же самое. Перекачанное. Сознание носителя сейчас этого сознания где? В анабиозе. Пусть стирает сознание. Все квантовые помощники в помощь. Причина помещения в анабиоз. Несовместимость с условиями жизни. Нет обратной связи, нет поддержки энергетической. Ее сознание в каких-то компьютерах есть? Только как матричный код, только как фантомное образование. Стереть даже это. Посылай фиолетовых, черных, квантовых, синих программистов. Показывай цель. Физически два корабля. Где сейчас материнские? В этой вселенной. Как далеко от Земли? На протяжении 48 световых лет. Пусть покажет цифры прям на табло, на табличке тебе. Один, 9, 3, 7, 2, 4, 1, 5 запятая. Это в чем? Не знаю, ты сказал на табличке, он показал табличку. Это чего, километров световых лет? Нет, у них какая-то средняя скорость или средняя длина
какого-то другого. Не метрическая Они система, что-то движутся, либо другое. остановились, либо что. Дрейфует. Причина дрейфа, почему они не здесь-то? Почему они не остались? Рой выгрузился, они улетели куда? Зачем? На данном этапе ты остановил. Еще раз. На данном этапе ты остановил. А куда они летели? Сюда летели. Так, но они же выгрузились. То есть они Да, куда-то потом выгрузились. слетали. Они должны были дрейфовать, чтобы потом вывести всех за пределы, когда эта вселенная должна была схлопнуться. Их не отпускали с пределов вселенной. Но они не могли Они там все закрыть. поддерживали связь. Зачем они улетали-то? Дела какие-то были. Задание какое? Отвратили с стороны. Зачем? Там, где они находились, были какие-то генераторы их питания более качественные. Разберемся. Из старых таких сильных сознаний на Земле сейчас есть кто-то? Супруга пусть смотрит Филиппа. Только прокачка внешней силы, как помазаны. Больше нет. Всех пусть показывают. Все, кто из роя, цели для... Пусть сделают отдельного генерала. И он будет заниматься всеми теми, кто из роя. По всей земле. Пусть подсвечивает цели ему. Да. Сейчас дам целеуказания и новых юнитов сделаю для этих.